бумажка. Вещи выпил какую-нибудь. Вещи? Ну а что, обычно вещи кредит беру. А деньги что ли? А, ты снимаешь, как здесь поставили пробки. Да? Хочешь быстрее. А? Родственники, ну напиши. Вот его девятка, да. Вот, Ваня, всегда.
профессиональных компаниях. У меня это парень. Зачем он узнал? Сказал, быстро ездит, ничего не снимешь, толку, да? Ну, так. Залево снять, тихонько едет, колено.
Pero tranquila, si está bien. Pero está bien, todo. Sí. ¿Ah? Es un cajón de todo. Ah. Pero no tenemos por pasar. Tengo cartas. Tengo que estar bien, pero no. No te hace un nombre. Здесь дом стоял, здесь вот площадка построилась. Вот такой дом, да, вот даже. Вот еще один. Я тоже здесь все стоял. Вот еще лошадь не хватает, но это еще не хватает. Вот этот лаз у нас работал, очкарик. Вот здесь я к максимально того, что произойдет. Они будут проехать. Вон пяти пташка в тени стоит. Вижу. Я. Это Черняков, что получается? Это родной район вот этот. Ой, да? Да? Знал. Это моя любимая улица, если знаете. Да, она самая. А? Да. А называется остановка, это юбилейная, да? Да, и сейчас. Вот он, вот он. А за них трехэтажный или четырехэтажный? Сзади училище там. Сзади. Значит, а дома есть еще? А потом школа, где я учился. А школа рядом, что есть дома? Есть, старые. Старые, ну туда же, трехэтажки, да? Раньше были. Трехэтажки, четыре. Или пятиэтажки. Что там, где впустить, что ли? Вот. Вот, я вижу. А там, вот за этой, вот за этим домом, за своим. А, я не знаю. Раньше были. Вот сейчас там есть. Вот там синее здание, школа. Сказал же училище.
Thank you.